Всем привет, с вами Николай. Сегодня будет обзор на компрессор Vladex AP238. Его технические характеристики. Компрессор мощностью 10 Вт, 4 выхода по 4 литра в минуту. Всего 960 литров в минуту. Приступаем к его распаковке. Выкидываем бумажечки. Приобрел я его, кстати, за не так уж и дорого, в одном известном магазине. Стоил он всего ничего, 1112 рублей. Выглядит он следующим образом. Вот в такой упаковке он находится. Снимаем упаковку с него. Видим компрессор. Компрессор довольно большой. На 4 выхода. У него имеется сверху регулятор мощности. Выглядит вот таким образом. Хочу показать, как компрессор выглядит внутри. У него на каждый выход идет своя мембрана. Это, конечно, выглядит вот так.